Выхлопной газ, дым из труб частных домов и котельных – вот главные причины пелены, которая зимой нависает над городом. В безветренную морозную погоду смог держится неделями, и, конечно, это влияет на здоровье. Всемирная организация здравоохранения четко уже как бы определила, что 40% смертей, вызываемых во всем мире, обусловлены тем, что чем человек дышит, как раз вот это в первую очередь это воздух, затем вода и продукты питания. Сердечно-сосудистая и нервная системы, легкие, почки – все это страдает от барнаульского воздуха. Проблему, по мнению ученых, нужно решать комплексно. Самим не жечь мусор, увеличить количество зеленых зон и поменять вид топлива в котельных, частных домах, предприятиях. Мой взгляд, как бы, что нужно делать, понятно, вот перевод на газообразное топливо, на, значит, и автотранспорта в том числе, потому что вот у нас сейчас это как бы работа наведется на государственном уровне и приветствуется, но недостаточно здорово, как бы, надо бы интенсивнее это все проводить. За последние годы с постепенным переходом на природный газ только частного сектора воздух города стал заметно лучше. Ученые уверены, что если продолжить в том же духе, столица края покинет список городов с самым грязным воздухом. Андрей Дриер, Андрей Печоркин. День с толком.